социализм 21 века, который планировался, как, знаете, такой какой-то веселый, в общем, закон объективный, все равно одни и те же. То есть, либо вы всю цепочку национализируете, и она государственная. А когда половина государственная, когда частная, действуют частные законы, и все равно спекуляции. Просто государство становится таким, знаете, вот тельцом для... Дойной коровой.